Всем привет! Меня зовут Стасия Иванова, и вы находитесь на канале Бисероплетение. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать вот такое классное колечко с вишенками. Ребята, поддержите, пожалуйста, это видео, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. А что понадобится для того, чтобы сделать вот такое милое колечко с вишнями, я покажу далее. Для того, чтобы сделать вишенки, вы можете брать любые бусинки красного цвета. Не обязательно это должен быть бисер, как у меня. Итак, нам понадобится белый, зеленый, фиолетовый и вот такой вот красный бисер. А также немножко терпения и вдохновения. Мастер-класс очень легкий. Я надеюсь, что вы справитесь. Для того, чтобы сделать это колечко, я беру проволоку сечением 0,3 мм, длиной 35 сантиметров. И набираю на нее одну фиолетовую, одну белую и одну фиолетовую бусину. Сделала. Отправляем в середину проволоки и набираем на любую из проволочек одну белую бусину. И далее мы переплетаем крест-накрест эту бусинку, вот так, и сравниваем концы проволоки, затягиваем эту бусинку на середину проволочки. И получается вот такое колечко. Далее на каждую из проволочек, на правую и на левую, мы набираем по одной фиолетовой бусине. Сделала. Отправляю к плетению. Эти бусинки остаются там. Далее набираем вторую белую бусинку. Вот. И переплетаем ее. И затягиваем концы проволоки. Посмотрите, как должно получаться. Затягиваем. Вот так. Далее на правую и на левую проволочки снова набираем по одной фиолетовой бусине. Отправляем их к плетению. И снова набираем одну белую и переплетаем ее. Вот так. Затягиваю. Смотрите, как должно получиться. У нас здесь три пары фиолетовых бусинок. Раз, два и три. Всего таких пар должно быть 8. Чтобы сделать половинку кольца, на каждую пару у нас уходит по 2 фиолетовые бусинки, каждую из которых мы набираем на отдельную проволочку, а белые бусинки мы переплетаем. Итак, продолжаем. Я делаю четвертую пару. Вот так. Далее пятую пару, шестую пару, седьмую пару. И последнюю, восьмую пару. Вот так должно получиться. Далее я разворачиваю плетение и отделяю нашу основную часть от части с вишенкой. Смотрите, что я делаю. Я скручиваю две проволочки между собой. Таким образом, раз, два, я отделяю нашу вишенку от колечка. Вот так, смотрите, должно получиться. Далее на проволочке я набираю, на одну проволоку я набираю красные бусины, две штучки. Вот так. И отправляю их к плетению. А на вторую проволоку я набираю две зеленых бусинки. Так, и тоже отправляю их к плетению. Посмотрите, как должно получиться. Далее я снова скручиваю проволочки между собой. Раз и два. Вот так должно получиться. И продолжаю плетение, аналогично, как мы делали первую часть, только в обратную сторону. Первым делом я набираю белую бусинку на любую из проволочек и переплетаю ее.
Вот так. И затягиваем. Вот так должно получиться. Посмотрите, у вас должно быть так же, как у меня. И далее я плету снова 8 пар фиолетовых бусинок, так же, как мы делали до этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Далее мы поступаем следующим образом. Восьмой ряд мы делаем так. На правую и на левую проволочки мы набираем по одной фиолетовой бусине. Сделали это и отправляем их к плетению. Вот так. Разворачиваемся и плетем следующим образом. Нам нужно сделать колечко. Для этого мы пропускаем любую из проволочек. Я беру вот правую со стороны нашей вот зелененьких бусинок, да? Пропускаю эту проволочку через белую бусинку в самом начале. Вот. И беру левую проволочку и делаю то же самое с ней, пропуская через белую бусинку в самом начале. Вот так. И затягиваю концы проволоки. Посмотрите, какое чудо сейчас будет происходить. Вот так затягиваю как можно крепче. И посмотрите, вот наше колечко уже почти готово. Теперь нам нужно закрепить проволоку. Для этого мы пропускаем ее по направлению движения. Вот наша бусинка, да, которую мы проплели. Вот так пропускаем проволочку. Сначала фиолетовую бусинку. Так, не торопитесь, пожалуйста, на этом моменте. Делайте все аккуратно. У меня проволока длинновата, потому что я переживала, что мне не хватит. У вас должно быть явно поменьше проволоки. Не так, как у меня. И потом мы пропускаем в белую бусинку. Вот сюда. Вот так. И затягиваем проволоку. Следите за тем, чтобы проволока не перекручивалась. Так. Затянула. Теперь я беру вторую проволоку и пропускаю ее через фиолетовую бусинку с другой стороны. Тоже старайтесь сделать так, чтобы проволока не перекручивалась. Подтягиваю все. И вот, посмотрите, я закрепила наше плетение. Теперь можно просто перекрутить проволочки между собой аккуратненько. Раз, два, три, четыре. Вот так. И отрезаем лишнюю проволоку ножницами. Поправляю форму нашего колечка. Создаю круг. И вот такое колечко у меня получилось. Я надеюсь, что у вас такое же классное колечко, как у меня. Ребята, поддержите, пожалуйста, это видео, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. А с вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока!